Расклад на Таро «Внутренние блоки». Карты Таро помогают быстро выявить подсознательные психологические блоки и дают совет, как их устранить. Эти блоки вызывают различные неприятности, проблемы со здоровьем, блокировку энергии. Внутренние блоки бывают от обид, претензий, страхов, невыраженных эмоций. Расклад действительно в любой момент, когда вы его смотрите. Если вы выбрали этот расклад, значит, вам надо узнать какую-то информацию из него. Вопросы. Какие блоки есть у вас? Карта «Вестник мечей». Первый блок у вас возник из-за критики другими. Этот блок на ваш шанс дойти до чего-то своим умом. Совет: примите критику в свой адрес и извлеките из нее урок. Прекратите думать о проблеме, чтобы увидеть перспективу. А вас кто-то распространяет клевету, и это осложняет положение. Выбирайте, кому можно доверять, а кому нет. Выбирайте. Меч означает готовность борьбы с несправедливостью с помощью ума. И тогда откроется истинный смысл происходящего. Карта «Вестник кубков». Ответ на вопрос о блоке 2. Это блок на творчество. Надо осознавать проблему и начать испытывать новые эмоции. Начните мыслить в новом направлении. Будете легко преодолевать трудности. Ваши таланты начнут ценить. Карта 21. Мир. Третий блок на энергию, удачу, здоровье, путешествия, дороги. Блок на интуицию. Надо ощутить, что желание уже исполнилось, радоваться, и тогда все наладится. Причина возникновения внутренних блоков. Карта «Колесница 7» выпала. Причина возникновения внутренних блоков. Надо начать дело, начатое дело доводить до конца, и тогда будет удача. Надо лично выбирать, куда двигаться. Тогда главная цель будет достигнута. Чем в настоящее время подкрепляются внутренние блоки? Выпала карта «Император 4». Кто-то влияет на ситуацию, способен подчинить себе и заставлять. Надо проявлять волю. Тогда ситуация будет развиваться так, как надо вам. Шестой вопрос, что надо сделать лично вам, чтобы убрать внутренние блоки. Выпала карта «Всадник Пентаклей». Надо медленно двигаться в правильном направлении. Самим управлять финансовой ситуацией. Стремиться к материальному достатку и удовольствиям. Тогда у вас будет успех, и со временем вы достигнете своих целей. Кто и что поможет преодолеть внутренние блоки? Карта «Жезлов 7». Преодолеть внутренние блоки поможет сила воли и вера в себя. Кто и что будет мешать преодолению внутренних блоков? Выпала карта «Король Пентаклей». Мешать преодолению будет мужчина, у которого новый бизнес, процветание и стабильность. Совет. Надо отдыхать больше и меньше анализировать. Тогда будут ценные приобретения, статус повышения в должности. Поставьте перед собой высокие цели, которые приведут вас к процветанию. Эта карта предвещает процветание и стабильность. Что будет после осознания и проработки внутренних блоков? Выпала карта «Кубки 2». После осознания и проработки внутренних блоков восстановится эмоциональное общение. Поймете что-то во взаимоотношениях и в целом разберетесь с ситуацией. Эта карта символизирует брак и союз. На экране колода Таро «Зеркало судьбы». Смотрите мои следующие видео о раскладах на Таро.